Взгляд Зарока уставился на прекрасного белого скакуна, который вышел из сарая. И он украл его, а потом сбежал с ним далеко в лес. Но плохие люди тоже ехали следом за ним на своих лошадях. И когда Зарок, словно сумасшедший, скакал на своей лошади, внезапно упал с нее. Да, это правда. То есть часть истории до лошадей тоже очень интересная. Расскажи ее. Ну ладно, ведь мы на прошлой неделе остановились на этом месте, вот я и решил продолжить с него. Зелиш, думай о том, что на родимом пятне на ее груди написано имя того самого принца, ее жизни и сказки смотрелось в зеркало. Но ведь и это не начало. Да, дети правильно говорят. Когда ты на прошлой неделе рассказывал, я тоже был здесь. Отец Зелиш стоял у дверей с кастрюлей в руках, а мама внутри рожала ребенка. Хорошо, хорошо. Мустафа в руках с кастрюлей теплой воды бегал в сторону родильной комнаты, а Зарок рассказывал о том, как жили-были. Ах, обжегся я. Горячая, обжегся я, горячая какая. Горячая. Возьми, она горячая. Ты снаружи подожди, бей. Тушься, Нуртен, тушься. Нуртен, умоляю тебя, тушься. Как говорит акушерка, доктор говорил, что у тебя вход узкий и у тебя есть трещина. Да и же ведь ребенка рожаешь. Да упаси Аллах, если с ним что-то случится. Чтоб твою трещину и твой вход. Если ты заткнешься, то он выйдет. Ты думаешь, это орешек для тебя? Войдет папин маленький. Он еще не показался, мама и бру. Придет. Но кто это там внутри не умолкает? Иди, заткни его. Ну что, родила моя жена? Хакибей, ситуация очень плохая. Нам нужно позвать врача. Пусть дохнет. Никакого врача нет. Ты спаси ребенка. У тебя родилась малышка. Нам нужно было отвезти ее в больницу, Хакыбей. Организм не справился с кровотечением. Мы и ребенка потеряли. Она не доверяла мне и знала о своей болезни.
Также о том, что у нее были ничтожные шансы выжить после родов. Она отдала все свое существо, всю свою жизнь ребенку, который должен был родиться. Но и на этом она не остановилась. Пока ребенок не женится, ему и копейка не придет из-за границы. Если с ребенком что-то случится, то 200 миллионов долларов, этот дом и все остальное будет передано вакфам. Дилруба. Дилруба. Я не зря мучился из-за тебя столько лет. Я не позволю тебе подложить мне эту свинью. Но ведь ребенок умер. Нет, не умер. Смотри, брат. Говори же, черт подери! Я оставил тебя в этой дыре и подумал, что ты умерла. Я даже и подумать не мог, что увижу тебя перед собой. Ты убил меня. Я больше не тот человек. Не переживай. Я пришла не для того, чтобы спросить тебя за то, что ты сделал со мной. У меня к тебе дело. Зарок! Это моя дочка? О, боже. У нее точно мои глаза. Ну да. Она еще малышка. Все изменится. Больше не стоит бегать от чего-либо. Не будем. Отныне мы будем жить ради своей дочери. Нуртен, что ты повесила малышку на себе? Умоляю тебя, положи ее в тень. Хорошо, Мустафа, хорошо. Ты уже сделал доброе дело, повесил там качели. Вот и хочешь, чтобы я уложила ребенка туда? Так лучше. Что же в этом хорошего? Солнце жарит неимоверно, а ты говоришь, что так лучше. Пойдем, дочка, пойдем. Твой отец уже свел меня с ума. Пойдем. Помнишь, я построил садик для нас двоих в Диарбекире. Такие же качели я построю здесь, любимая. Даже больше, чем те. Ты будешь спать там вместе с малышкой. Я сделаю на этот раз ее такой крепкой, что даже веревка не порвется. Твоя эта любовь заставит ее в следующем году родить еще одно. Ну, пустослов, Мустафа. Мамин ягненочек. Папочка купил тебе браслетик. Спи и расти. Красавица мамина.
Мустафа! Ребенок! Бегите быстрее! Мустафа! Стойте! Дочка, отпустите! Куда вы ее увозите? И это возьмите. Как твое имя? Зарок. Ребенок болен? Нет. Это всего лишь родимое пятно. Зарок! Зарок! Отныне для Зарока началась новая жизнь. Прошло много осеней и много зим, но боль Нуртен Ханым не утихла. Не делай этого, Нуртен. Оставь. Иди здесь, не делай этого. Не плачьте здесь и не ведите себя так, словно она умерла. Она не умерла, она вернется. А так как Зарок был частью этой боли, то наблюдал за всем этим со стороны. Моя дочка не умерла. Давай же, пойдем. Она бы умерла, я бы знала. Пойдем. С сожалением и огнем внутри. А пока Зелиш проживала большую жизнь в замке, где ее заперли, Зарок рос на улицах по правилам собственного мира. Всем спасибо! В конце концов, Зарок решил войти в жизнь этой семьи, которую он заставил страдать. Зелиш, которая росла без любви и заботы, превратилась в принцессу-мечтательницу. Стой, стой! Но я ведь ничего не делал. Руки за спину. Отпустите же меня, я не виноват! Зелиш верила, что буквами на родимом пятне на ее груди написано имя принца, который спасет ее из этого замка. Ну и где же я его найду? Если твой отец отпустит тебя на улицу, мы найдем его, ведь ты не можешь выходить на улицу. Он думает, что со мной что-то случится, я словно в тюрьме. Я сделаю такое же колье. То есть говоришь, что будешь носить такую же глупость? Сама ты глупая. Он найдет меня. Иначе для чего его имя написано на мне? Отец приехал. Хаккай с большим терпением ждал, когда же вырастет Зелиш. Такой холодный и далекий. Какая красивая женщина. Кто она? Не знаю. Наверное, новая любовница отца.
А мама Нуртен не переставала ждать свою дочь. Время пролетало, протекало, и наступил день, которого так ждали злодеи, чтобы достичь своей цели. Айзелиш, ты очень красивая. Ей-богу, я завидую тебе. Что такое, дочка? Я не хочу этого. Мильтеп, это все не так, как я себе представляла. Моего брата никто не любил с первого взгляда. Он немного нервный. Пусть пройдет немного времени. Ты тоже полюбишь его, когда узнаешь. Дочка, мы с тобой будем невесткой и заловкой. Погоди ты, у нас только помолвка, ты уже поженила. Хватит уже, вернись в реальность. Смотри, какая же ты красивая. К тому же и ты, и я знаем, что нет никакого принца на белом коне. Все совсем не так, как мечтала. А о чем ты мечтала? Это ты, тетя Нежна? Давай спустись вниз, скоро мы наденем кольца. Я не я, если не поймаю тебя. Господин. Ты кто же их наденет? Я не разбираюсь в этом. Надень ты, и дело с концом. Потихо, минутку. Что такое, отец? Иди и позаботься о девушке, глупец. Хорошо, отец, только успокойся. Ты захотел помолвку, вот мы и обручаемся. Хорошо, хорошо, я пойду сейчас. Как тебе мои часы? Очень, очень сильно прошу прощения, пожалуйста, простите. Простите, простите. Сынок, ты женишься на этой дурочке? Ладно, милая, все прошло. Ей-богу, я с ума сойду. Мы опозорились перед всеми. Что это происходит внизу?
Ах, мама, ах! Ну где же ты? Приходи уже. Я знаю, ты очень близко, где-то тут. Я чувствую тебя. Приходи и спаси меня. И если я найду тебя когда-то, то тебе от меня не спастись. Что происходит, черт побери? Кто это такой? Часы, часы мои! Кто это? Кто это, Зелич? Ну что, он уже ушел? Говори же, Зелич! Что происходит, Зелиш? Ты меня пугаешь. Ну что же случилось, Зелиш? Что случилось? Говори уже. Что случилось? Ну говори уже. Девочки, с вами все хорошо? Хорошо, отец. В доме был вор. Он вор? Пропали часы. Сынок, как он зашел в дом, если все вы сторожили у дверей? Ей-богу, начальник, мы тоже не поняли. Мы были внутри, но ничего не видели. Как я понял, ничего важного не украли. Неважно, найдете вы его или нет, но пусть эти псы больше не появляются здесь. Отец, пропали часы. Что значит неважно, найдете вы его или нет? Да чтоб твои часы, сынок. Дочка, покажи же обувь. Чтобы они нашли его, и я его больше никогда не увидела, да? Зелиш, ты что будешь делать, если его увидишь? Твой принц вор, зачем он тебе? Смотрите в оба. Алло, ты слышишь, сынок? Простите, господин. Слушай же меня. Где твои мысли? Их место и так известно. Мы найдем всех их. Ну только не это. Девочки, мы уже дошли до места назначения, но вы до сих пор и не сказали, что мы ищем. Я ничего не понял. Что это за история с обувью? Это задание для школы. Они видят тебя и убегают. Как только на твоей головой горят лампочки опасности, и мы не можем найти то, что ищем. Послушай, если хочешь, ты уходи. Мы сами все равно посмотрим, хорошо? Нет. Мектем Ханым, ваш отец меня убьет. 76-71. Все ближние патрули к месту. Необходимо проверить местность 151. Но мне нужно ехать. Давай. Ты оставь телефон включенным, когда мы закончим, я позвоню. Обязательно позвоните. Что же я говорю? Митэм, может, ему не стоило уезжать, я очень боюсь. Пойдем, пойдем, пока он будет рядом с нами, там будет сложно. Я очень взволнована. Что такое, девушки? Вы кого-то искали? Мы ищем владельца этой обуви. Господа, есть ли здесь кто узнал эту обувь? Что-то происходит. Нет, не его. Нет его. Уходите уже, иначе будет как в фильме «Нюжде Ар».
Мы дадим владельцу этой обуви 1000 лир. Лезет, лезет. Не лезет. Может, не будет заставлять? Нет, она же лезет. Вставай. Брат, подожди, я примеряю. Вставай. Надевай. Не подходит. А тебе что с того, черт побери? Отойди, черт побери. Дай сюда, моя. Отойди. Зидже, Зидже, вот тебе и Зидже. Он тоже один из них. Ну где же ты, Кенан? Ну лови же, лови. Не ори. Не ори, я тебе говорю. Ступай. Ступай. Не кричи. Ну, посмотрим на эту 1000 лир. Где же ты держишь их, а? Не ори. Отпусти меня, отпусти. Отпусти. Зелиш, быстрее. С вами все хорошо, девушки? На помощь. Кенан, 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 подожди. Зелиш, Зелиш, вставай. Вставай, дочка, нас убьют тут. Вставай уже. Поднимайся же, Зелиш, пойдем. Почему ты мне не веришь? Я же не буду тебе лгать. Митэ, послушай меня, подожди же минутку. Я видела на его шее, это было мое колье, Зидже. Зелиш, только что к нашему горлу приставили нож. Да, я пошла с тобой ради веселья, чтобы ты уже успокоилась и избавилась от этого. Но не забывай, ты уже помолвлена. К тому же с моим братом. Да, братья, чай уже подан. Он заварен очень крепко. Кто не выпьет, тот пожалеет. Опа, брат, вот и чай. Горячо, горячо, я горю. Иди-ка сюда. Брат Зия. Брат Зия. Брат Зия. Бегите все сюда, бегите. Брат Зия разбил себе глаз. Вы что, с ума сошли? Зачем разбиваете глаз парню? Кажется, у тебя открылась дорога в больницу. Убирайтесь отсюда, черт вас подбери. Убирайтесь, пошли вон. Мама Джоян, возьми. Спасибо, сынок. Принес его не для него, я для себя стараюсь. Мы не можем уснуть до утра от шума его кашля. Пусть выпьет, и мы поспим спокойно. Ладно, я пойду.
Алло? Ты собираешься проснуться? Где я? Который час? Ты в моем доме. Время 5 часов. Кошмар, отец. Я опоздала. Я очень сильно опоздала. Ты очень красивый. Мой телефон. Откуда ты идешь? Тетя Нежна, ей-богу, у меня чуть сердце не выпало. Где ты была? Встречалась с Джамалем? Нет. Ну, пожалуй, не говори отцу. Хорошо, поднимись к себе в комнату, пусть не увидит тебя такой. На этот раз это останется между нами, но чтобы этого больше не повторилось. Доброй ночи. Опа! Сынок, откуда ты взялся? Нуртен, смотри, кто пришел. Это Зарок? Скажи этому негоднику, чтобы остался на ужин. Хорошо, хорошо. Я здесь, никуда не убегаю. Брат Мустафа, что? Возьми это и скажи сестре Нуртен, чтобы раздала нуждающимся. Ты сам ведь знаешь. Сынок, ты их крадешь и переносишь сюда, а мы раздаем их детям. Это ведь грех. А они крадут у тебя, брат Мустафа. Сестра Нуртен. Что? Пальчики оближешь. Приятного аппетита. Брат Мустафа. Что? Возьми. Это тоже грех? Дай-ка посмотрю. Не грех, но он без подсветки. Нет таких же, но с подсветкой, а? Мустафа, дай-ка сюда. То, что попадается тебе под руки, ты приносишь сюда. Оставь и себе кое-что, сынок. Ей-богу, я не жалуюсь, сестра Нуртен. Видишь, какой умный ребенок. Когда деньги приходят, ум исчезает. Видишь, у твоего брата Мустафы такой ум, что у него нет ни копейки. Ты права, сестра Нуртен. Но разве я не правду говорю? Дитя мое. Если бы я мог привести ее к вам обратно. Брат Зия, ты можешь разбить этот камень? Убирайтесь отсюда. Кого я говорю? Пошли вон. Я ищу кое-кого. Ты мне поможешь? Прошу прощения. Тут есть кто-нибудь? Мой телефон. Кажется, это мой телефон звонит.
Моя милочка, любимая. Алло, Зелиш. Джамаль, это ты? Конечно же, я любимая. Кто еще может говорить тебе такие слова по телефону? Вечером наши соберутся у нас дома. Может, и ты придешь? Выпьем, послушаем музыку, то есть немного расслабимся. Но... Я поговорю с твоим отцом. У меня очень сильно болит живот. Может, не стоит приходить, а? Не хочу сегодня выходить из дома. Алло. Алло. Джамаль. Зелиш. Алло. Алло, Зелиш. Алло. Не паникуй. Если спросишь о времени, то время 4 часа. У меня есть время до вечера. Рассказывай. Что? Почему ты так стараешься вернуть мне мою обувь? Как твое имя? Зарок. Зарок. К или Г? Зарок. К. Зарок. Да, но здесь меня называют Заро. А как твое имя? Зелиш. А, вот откуда буква З на этом колье. Нет, на самом деле это не так. Это твое имя. Посмотри. Что ты там видишь? Ну, ей-богу. Ну, посмотри, там написано твое имя. Правда? С самого моего рождения оно написано там. Из-за буквы «З» на нем меня назвали Зелиш. Но мне кажется, что две буквы написаны внутри сердца. Может быть, это детская мечта? Но как еще можно объяснить такое ради моего пятна на человеке? Думаешь, это совпадение? Да. Послушай, красавица, все вещи в этом здании меняют свое место, потому что все здесь воры. Если у тебя есть хоть немного ума, то будешь писать на всем свое имя. Посмотри же, оно везде. И там, и тут, и там. И даже здесь есть. Посмотри. И здесь есть. Вот. То есть это я? Дай-ка еще раз посмотрю. А может, это не я? Может, ты ищешь нашего Зию? Посмотри на нижнем этаже. Правда, у него не все в порядке с головой. Позвать его? Не издевайся. Ну, как скажешь. Допустим, что это я. И ты нашла меня. И что же будет дальше? Не знаю. Мы уже познакомились, будем друзьями. Разве когда я пришел к вам в дом, ты не выходила замуж? Это была помолвка. Какая разница, свадьба или помолвка? Отец моего жениха, дядя Слим, компаньон моего отца. Отец растил меня под строгим контролем. Он думал, что если я выйду из дома, то со мной что-то случится. И как же тогда ты дошла сюда? Если он узнает об этом, то зарежет меня. Я думала, что если выйду замуж, то смогу построить свою жизнь. Поэтому я не стала сильно сопротивляться.
Но он так меня раздражает, и я его ни чуточки не люблю. Как и его отец, глава полицейского участка, то всюду ходит с ним. Все, ты должна уйти. Пойдем. Пойдем. Ты возьми это. Тебе не стоит бояться. Я не причиню тебе вред. К тому же мне больше нравится, когда колье на тебе. Но я тоже хочу кое-что ценное от тебя. Моя обувь у тебя. Но я не могу повесить ее на шею. Отдать это? Нет, пусть они останутся у тебя. Например, вот это. Нельзя. Это очень ценное для тебя? Пожалуйста, пусть оно нельзя. Будет. Нельзя. Давай, дочка, давай. Уходи отсюда. Ну давай, почему давай, ты давай. Меня выгоняешь? Мы же так хорошо беседовали. Какой вред может быть от разговора? К тому же я еще очень много должна тебе рассказать. Например, что значит зарок, что такое дружба? Да, брат. Вот эта дверь. Этот негодяй, должно быть, живет там. И кто же это были? Ты спрашивала ведь уже. Они мои друзья. И что же они хотели от тебя? Не знаю. Может, хотят убить. Что? Ну почему же? Тут нет. Он сбежал отсюда. Потому что я одолжил у них то, что должно находиться у них. Ну ты верни обратно. Не могу, я продал. Беги! Беги! Подожди меня! Жди меня! Быстрее. Нет, 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 нет. Может, поговорим с ними? Хочешь, поговори, но они не знают турецкий язык. Да стой, ну подожди меня. С тобой все хорошо, а? Как ты? Это было очень захватывающе. Да, очень захватывающе. Ты все еще уверена, что хочешь узнать меня получше? Ты сумасшедшая? Сынок, не играйся тут.
Когда ты тянешь на себя рычаг, то задняя сторона начинает двигаться. А после этого нажми на газ, и колеса сами начнут крутиться. То есть как? Ты наблюдай немного, и сама все поймешь. Почему ты мне не рассказываешь о своей семье? Где ты родился? Твоя мама, твой отец? Я родился в том же самом мире, где ты меня нашла. Человека, которого я называл отцом и который вырастил меня, убили, когда я был маленьким. Он умер у меня на глазах. Ладно. Потом я узнал, что он не был моим настоящим отцом. Никто и понятия не имеет, откуда я родом. И все, у кого я мог бы спросить об этом, умерли. Есть ли другие вопросы, принцесса? Вся моя жизнь даже не сравнится с мгновением твоей жизни. Может, это не одно и то же, но у меня тоже нет матери. У меня есть только отец. Может, все это случилось, чтобы мы стали частью друг друга? Уходи уже. Куда? К себе домой. Я не понимаю. Мы слишком все затянули. Что мы слишком затянули? Послушай, ты домашняя кошка, ясно? А я уличный щенок. Мы разные. Потом тебе будет больно. Но какая между нами разница? Я с тобой очень счастлива. Какая между нами разница? Ты разве не видишь? Что? Что ты видишь перед собой? Ты принадлежишь этому миру. А я могу украсть оттуда лишь какую-нибудь вещь. Ты поняла теперь? Зелиш, минутку. Возьми, вот, украла для тебя одну вещь оттуда. И сделала хуже. Мы увидимся снова, так ведь?
Откуда ты идешь? Папа, я хочу... Я уже... Я уже выросла, отец. Ты не имеешь права лишать меня жизни, которая ждет меня снаружи. Ты заставляешь меня делать то, чего я не хочу. Я не хочу проявлять к тебе неуважение, но ты вынужден меня выслушать, отец. Нежван, отведи ее в комнату, и пока я не разрешу, ей запрещено выходить на улицу. Я вверяю ее тебе. Делай свое дело правильно. Не уничтожай мое многолетнее терпение. Что вы хотите, чтобы я сделал? Что бы я ни сделал, не могу приблизиться к этой девушке. Каждый день я пишу ей по 10 сообщений, звоню, но она не отвечает. Я пытаюсь, отец. Что ты пытаешься, черт побери? Как ты пытаешься? Твои мысли только о машине, пьянке и гулянках. Сынок, разве мы с тобой не говорили на эту тему? Разве ты не сказал, хорошо, не беспокойтесь? Через 3 месяца эта девушка будет у моих ног. А? Так и было до помолвки, отец. На самом деле, все было именно так. Но что-то произошло после помолвки. Я тоже ничего не понял. Я молчу, потому что сторонюсь дядю. Но я уже сыт по горло. Что значит, кто-то ошивается рядом с ней? Она ведь моя невеста. Кто ошивается рядом с ней? Мельтем. Кто этот тип, который ошивается рядом с Зелиш? Откуда мне знать, брат? Я не знаю. Послушай, дочка, вы очень хорошие подруги. Ты все знаешь. Если есть кто-то другой, то ты должна нам сказать. Это ради блага Зелиш, хорошо? Парень по имени Зарок, отец. Зарок? Наша с детства бредит фантазиями о своем родимом пятне. Все связано с этим. Зарок! Какой еще Зарок? Где живет этот гад? Я пойду и разобью рожу этому псу. Так как я не слишком поддерживаю ее, она мне не рассказывает. Но, насколько я понимаю, они не возлюбленные, а всего лишь друзья. То есть ты его уже видела? И ничего нам не сказала? Нет же, из-за того, что я на нее сержусь, она со мной не встречается. Но вчера я сделала их совместно с ним. Дай-ка посмотрю. Это он? Он? Да, он. Могу я посмотреть на фото? И этого не может быть. Где ты сделала это фото? Где Зарок? А кто вы такие? Какая разница, брат? Где этот негодяй? И что вам нужно от негодяя? Я помню тебя. Ты ищешь меня. Мы можем поговорить наедине? Идите, брат. Ты знаешь, почему мы пришли сюда? Вы отдали ребенка, получили деньги, и дело закрылось. Мне жаль твоего отца, но так должно было быть. Но ты его сын.
Зачем ты охотишься? Мы можем договориться. Он не был мне отцом. И о чем мы будем договариваться? Держись подальше, Зелиш. Тебе не ясно? Если тебе нужны деньги, я могу это решить. Но держись подальше, Аделиш. Ты ведь не хочешь, чтобы возникли проблемы с полицией? Давай же, а теперь снова стань тем послушным ребенком, с которым я познакомилась тогда. Нет смысла ворошить прошлую обиду. Ясно тебе? Смотри мне в лицо. Ясно тебе? Если еще раз увижу тебя рядом с девушкой, то убью тебя. И убью тебя. Убью тебя. Я убью тебя, черт подери. Послушай, если еще раз станешь на пути Зелиш, то увидишь меня перед собой уже не одну. Да. Я нашел ее. Нашел. Я нашел ее. Нашел. Ты здесь? Мое сердце болит. Если болит, значит, беспомощность покинула твое сердце. Увези меня отсюда. Как и бей. Говори, черт побери. Помогите. Благодарю. Отныне будет так. Ты мне, а я тебе.
Куда мы поедем? Начинать новую жизнь. Как в сказке? Да. Но у нас все немного наоборот. Я отведу тебя из богатства в бедность. Ты готова быть нищей? Если есть ты, то я ко всему готова. Нет ни имени, ни личности, только есть прозвище Зарок. Когда умер Наджми, он остался один. А также его ищут за мелкое правонарушение. У тебя ведь столько полицейских снаружи, отец. Пусть найдут его. Если хочешь, пойдем в прокуратуру и сами спалим свои головы. Начальник, есть два человека снаружи, которые говорят, что знают Зарока. Его должны найти мы сами, иначе не пройдет и несколько месяцев, как мы все потеряем. Не переживайте, будет мы, будем молиться, чтобы телефон был у девушки при себе. Тогда мы ее найдем. Прошу прощения. Это все произошло по моей вине. Я не должна была ничего рассказывать. Где бы ты ни была, не возвращайся. Будь счастлива. Очень любящая тебя твоя подруга Мильтеп. Куда же мы приехали? Посмотри, какая красота. Какие они сладкие. Пожалуйста, останови, ну пожалуйста. Это было мне по душе. Тебе понравилось здесь? Это ты называешь бедностью? Ну да. Интересно, есть ли у этой принцессы другие пожелания от своего джина? Хоть бы у тебя были суперспособности, было бы очень хорошо. Думаю, они у тебя есть, ты просто их скрываешь. Ты входишь через окна. Думаю о тебе, ты тут же появляешься. Ты можешь летать, так ведь? Можешь, но скрываешь от меня. Да, ты меня раскусила. У меня даже есть костюм, на котором написана буква «З». Но он не идет мне, смотрится странно. Как было бы хорошо, если бы ты мог летать. Взял бы меня, и мы полетели бы на небо. Хоть бы мы могли улететь в любой момент, когда страдаем. Я не могу летать. Но думаю, что могу дать тебе то, чего ты хочешь больше всего на свете. Это что, дерево желаний? Интересно, оно на самом деле работает? Каждый кого-то ждет. Все надеется, как он откроет дверь и войдет. Думаю, что это дерево лишь поддерживает надежду. Проси у меня, что пожелаешь. Хоть бы ты мог вернуть мне маму. Всю жизнь я мечтала познать материнскую любовь. Если я верну тебе маму, будешь ли ты любить меня больше? Больше, чем сейчас? Жди меня.
Куда ты? Жди. Кто же это совсем не вовремя, черт побери? Почему ты привез ее сюда? Где она? Внутри. Знает? Она все еще в обмороке. Что ты сделал с девушкой, черт побери? Я отключил ее. А где же этот негодяй? Внизу, в багажнике собственного автомобиля. Что мне с ним делать? Жди завтрашнего дня. Отец скажет тебе, что с ним делать. Ты оставайся здесь. Жди ее. Когда она проснется, постарайся узнать, знает ли она что-нибудь или не знает. Хорошо, господин. Завтра утром первым делом сыграем свадьбу. Это дело слишком запуталось. Тише, тише! Чего вы хотите от меня? Где Зарок? Что вы с ним сделали? Успокойся, тише ты. Сядь сюда, дочка. Я ненавижу тебя. Я хочу тебе помочь. Выслушай меня, прошу тебя. Скоро придет твой отец с остальными. Пока они не придут, я хочу рассказать тебе кое о чем. Я могу и не повторить этого больше. Но прошу тебя, не ори. Твоя мама была очень больна. Она скрыла от господина Хаки свою болезнь. Она хотела, чтобы до того, как она умрет, у нее родится ребенок. Именно поэтому она и вышла замуж за господина Хаки. Господина Хаки интересовало лишь богатство твоей матери. Госпожа Дельруба, когда забеременела, чтобы не навредить ребенку в своем животе, отказалась от приема некоторых лекарств. Во время родов она не смогла пережить потерю крови. Вместе с ней мы потеряли ребенка.
Перед своей смертью она приготовила завещание. Это богатство, которое находилось за границей, за которым охотился Хакы, должно было достаться ребенку, но с одним условием. Он мог заполучить это богатство в случае, если ребенок женится. И если же с ребенком что-то случится, то все богатство перейдет к Вакфа. Для того, чтобы Хакы получил это богатство, должен был быть ребенок. И мы похитили ребенка. Этот ребенок ты. Хакы тебе не отец. Что ты говоришь, тетя Нежлан? Нет. Нет, нет. Пожалуйста, делай то, что они хотят. Пусть все останется между нами. Ничего им не говори. Не то они оставят под ногами и меня, и тебя. Дочка, красавица моя, дочка. Я так сильно испугался, что с тобой что-то случится. Вот этого я и боялся. Именно поэтому я отпускал тебя от себя ни на минуту. Везде полно злых людей. Я хочу, чтобы ты знала, что теперь находишься в безопасности. Все уже собрались здесь. Селимбей, представитель ЗАГСа. Пусть тетя Нежлан подготовит тебя. Не расстраивай меня, хорошо? Моя милая доченька. Я не хочу делать то, что расстроит тебя. Я приготовил все документы. Ей всего лишь нужно их подписать. Спустя короткое время после брака деньги перейдут на ее счет. Оттуда их можно перевести на другие счета. Сколько же там денег? Приблизительно 200 миллионов долларов. Отец, можно тебя на секунду? Где твоя сестра? Откуда мне знать, отец? Этот негодяй все еще в багажнике машины. Что мне с ним делать? Выбрать его с крыши, и дело с концом. Разве он не вор, сынок? Он упал, когда убегал. И положи его в карманы что-нибудь, будто он их украл. Послушай, это наше последнее дело. Мы погрязли в этом дело по горло. И я не позволю, чтобы кто-то помешал этому. С удовольствием, отец. С удовольствием. Кто моя мама? Не знаю. Отпусти. Ступай, черт побери, ступай. Ты готов к полету? Готов к полету, черт побери? Она моя будущая законная жена, скотина. Давай же, бей.
Где ты ходишь? Все ждут тебя. Хорошо, отец, сюда, я иду. Давай быстрее. Хорошо, хорошо, уже иду. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Видишь? Девушка станет скоро моей. Но если бы ты не заварил такую кашу, то я спустя какое-то время отдал, немного попользовавшись бы ее тебе. Больше не хочу сегодня тратить свою энергию. Вечером она мне пригодится. Ты потерял. Когда он немного успокоится, выбросьте его вниз. Или же делайте с ним все, что захотите. Главное, чтобы он умер. Кажется, вы и есть жених. Есть ли волнение? Есть еще какое. Мы умираем от волнения. Мы живем от приключений к приключениям. Не понял? Я пошутил. Оставь его, оставь. Пусть сам подойдет к краю пропасти. Вот это место. А как же полицейский? Не волнуйтесь, их я беру на себя. Ну, прыгай. Как бы было хорошо, если бы ты мог летать. Взял бы меня, и мы полетели бы в небо. Хоть бы мы могли улететь в любой момент, когда страдаем.
За рог. Что ты сделал? Я полетал. Брат, погоди. Отведи ее к матери. Помогите! Помогите! Ты другая. Больше не волнуешься. Я должна отвезти тебя в больницу. Со мной ничего не случится. Ты продолжай путь. Ты собирался отвезти меня к матери? Остановись здесь.
Мне нужно отвезти тебя в больницу, тебе плохо. Не вздумай этого делать. Они найдут там нас. Ты обо всем знал? Ты была маленькой крохой. Твоя мама ждала твоего возвращения. Очень много страдала. Откуда ты обо всем этом знаешь? Потому что тебя похитил я. Зарок, очнись. Зарок, не оставляй меня, Зарок. Не оставляй меня. Зарок, прошу тебя, очнись. Зарок, не оставляй меня. Помогите. 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 Помогите, разве нет тут никого? Подожди здесь, не иди за мной. Пожалуйста, помогите. Разве никто не слышит меня? На помощь. Кто-нибудь. Муж, расскажи, что стряслось. Или он девушку похитил? Откуда же мне знать? Что-то случилось. Парень в плохом состоянии лежит там внутри. Как же мы приведем его в чувство? Но ты не пустил меня туда. Я бы спросила, ты пропустил туда только ветеринара. Хватит уже, не ворчи. Иди и приготовь ему завтрак, а когда он проснется, накормишь его. Давай же, ступай. Надоедливый Мустафа. Упаси Аллах. Хорошо, но все ешь лишь ты. И то, что причитается другим, ешь ты. Так нельзя. Сынок, почему ты встал? Давай, собирайся, поедем в город. Девушку нужно вернуть ее хозяевам. Сынок? Что нужно рассказать? С тобой все хорошо. Не бойся, дочка. Вас тут никто не найдет. Не переживай. Ты, наверное, проголодалась. Покушай что-нибудь, наполни свой желудок. А потом я устрою вам допрос. И ты мне все расскажешь. Какая же ты красивая. Благодарю. Какое красивое место. Где это? Где? Это наша родина. Вы приехали оттуда? Там кое-что случилось. Мы убежали и приехали сюда. И здесь кое-что случилось. Но мы не смогли сбежать и остались тут.
Ладно. Твой чай остывает. Потом поговорим. Если что-то нужно будет, я снаружи. Я принесла тебе одежду, чтобы ты переоделась. Переоденься. Моя красавица дочка. Скажи-ка, господин Зарок, что ты за дела проворачиваешь? Ах, сынок, ты распался весь на кусочки. Ну, молодец, девушка очень красива. Значит, эта вещь очень ценна. Нельзя. Пожалуйста, пусть она останется у меня. Каждый кого-то ждет. Все надеется, как он откроет дверь и войдет. Отвези ее к матери. Простите меня за то, что я заставил вас пережить. Вы пережили настоящий кошмар. Но что ты заставил нас пережить, сынок? На нашем столе есть хлеб для тебя. Этот дом и твой тоже. Мустафа не пустил, не то бы я сделала что-нибудь. Пришел конец тоске, мама Нуртан. Пришел конец тоске. Что? Нет. Мама.
Я же говорила тебе, что она вернется. Папа? Дочка. Хвала тебе, Всевышний. Зарок на самом деле спрыгнул с той крыши. А ты бы хотел, чтобы он спрыгнул? Да. А Зарок умер? Брат, я же здесь. То есть Зарок не умер? Так ведь, да? Нет, конечно же. Злые люди понесли свое наказание, а хорошие продолжили счастливую жизнь. Ладно, но почему же тогда Зарок попал в тюрьму? Я же говорил вам, что у кое-кого кое-что украл. Но больше обещал этого не делать. Давай, Зарок, давай. Кажется, ты не собираешься отсюда выходить. Вот поэтому его и выпустили. Зарок, ты заставил нас плакать. И что мне делать с этими детьми? Когда они будут навещать меня, будут постоянно спрашивать о тебе. Ты все расскажешь, брат. Только не волнуйся. Когда будешь на свободе, приходи ко мне. У меня тоже есть, что тебе рассказать. Давай, брат, давай. Брат. Передавай привет, Делиш. Передам. Зарок, не заставляй скучать по тебе. Сефер, скучай, брат. Разве нельзя? Куда же мы едем? Я еду в свой квартал, а ты не знаю. Тебе разве нужно меня все время похищать? Я даю на это добро. Куда мы едем? Хватит, девушка. Держись от меня подальше. Ты приносишь с собой только неприятности. Что ты за человек такой, а? У меня есть 200 миллионов долларов, но ты все равно меня не хочешь. Да ладно. Они все достались тебе? А если найду мужа, то будут мои. У нас же есть Зия. Хватит. Не говори, словно сумасшедший. Релиз подготовлен специально для группы KYG Club. Перевод фильма Энессы Маликовой для Киры. Текст читали Ирина Котова и Райан Закиров.